Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Horizon Zero Dawn. Так, у нас 3 очка прокачки, я думаю, вот это вот мы изучим. Мастер уклонения, удерживайте левый Ctrl, чтобы сделать долгий кувырок. Или один раз нажмите Ctrl для короткого кувырка. Думаю, это прикольно будет, в всяком случае, надо пытаться пробовать этим заниматься. Чем раньше выучу, тем лучше будет. Боже, какие звуки, кто там? А, точно, это махина это. Я, кстати, получается, не слез в тот раз с нее, да, я вышел. Вот, то есть можно сильно прыгать, а можно чуть-чуть, да? Разница, вот я нажал, отпустил. Сильно прыгнул. Разница большая вообще. В сторону. Что-то большой разницы не вижу. Наверное, есть. Ну ладно, наверное, есть. Вообще, это прикольная фишка, потому что иногда надо отскочить совсем чуть-чуть, увернуться от удара, и чтобы сразу в бой вернуться. А иногда надо вот прямо сильно от всяких бугаев там. Вот, смотрите, я на краю стою. Прыгаю минимально. Разворачиваюсь, прыгаю максимально. А, кувырок она добавляет в конце. Так, просто прыжок? А так кувырок, да? Да нет, тоже кувырок есть. Не пойму. Не совсем понимаю. Ладно. Так, ну не буду уже второй раз залезать. Я думаю, еще будут такие башенки. Там и посмотрим. Холера. Ха-ха-ха, четкий выстрел. Четко. Так, а что мы делаем? Кто это такие? Это статуи. Вау, офигенно круто осматривать заброшенный город. Остатки цивилизации. Останки. Круто. Да, игра реально мне очень нравится. Офигенно. Памятник ковбоем каким-то. Какие-нибудь отцы-основатели, наверное. Звуки эти вдали, класс. Помню, когда в детстве смотрел «Парк юрского периода», первую часть, как там стаканчик, в стаканчике водичка колыхалась, какое впечатление производило. Теперь каждый раз вспоминаю. Так, я пометить могу. Ха-ха-ха. Иногда путаюсь, особенно когда сразу запускаю игру, нажимаю Ctrl, чтобы присесть. Так, что у нас за здание? Куда идти здесь надо? Доберитесь до места, где пропала Сона. Ага, ух ты, какой интересный там чувак. Синий, я так понимаю, что-то более важное, да, наверное? Но он вообще не агрессивный, то есть он даже нас не замечает, его вообще пофиг. Жираф. Так, а тут что? Вражина? Не заметьте меня. Будешь моим дружком. И броня отпала с шеи, да? Интересно. Холера. Ой. Мы приступим. Молодец, good boy. И удобно, когда лут хороший выпадает, то помечают цветом. Зеленым или совсем хороший синим. Куда ты наверх полез, а?
Хочешь мне что-то показать? Да нет, тут особо ничего интересного. Пойдем со мной. Так он идет за мной или что он? Как-то он не спешит. Эй, ладно. Видимо, он не будет за мной ходить, просто будет за меня сражаться в случае чего. Не понимаю, разницы особой не вижу. Не, наверное, все-таки есть расстояние. Но не такое прямо сильное. О, полезная травка. Вышка. Видимо, это и есть холм, о котором говорил тот воин. Ага. Тут пропала где-то Сона. Полезли наверх. Что эти звуки? Дичь. Просто потрясающе вот этот старый город выглядит. Мне очень нравится. Такие пейзажи. Куда она пошла дальше? Обследуем. Это бинты. Лен, забрызгана кровью. Чьей неизвестно. Здесь они сделали привал. Уголь дерева зола. Это пламя недавно потушили. Этот лук долго и верно служил хозяину. Дерево-веревка. На нем нет тетивы. В смысле, а тетива есть? Блин, не убрали, поленились. Кровь, то есть кого-то ранили. Тетиву зачем-то использовали, видимо, да? Чтобы перевязать рану. Хотя тряпка и зачем еще... Понятно. Какой-то странный этот камень. Как будто кто-то специально его сюда затащил. Какой-то он инородный. Никто бы не стал бросать его. В отряде Сон и потери. Наверняка они очень вымотаны после сражения. Тот воин не единственный, кто был ранен. Попробую найти кровавый след. Надо посмотреть через визор. Уже нашел. Фига себе, тут кровище сколько. Причем темная такая, артериальная, да? Я путаю. Венозная светлая, артериальная темная, по-моему, так, да? Насыщенная темная, которая от сердца идет так к сердцу. Светлая, ненасыщенная. Или наоборот. Вот постоянно забываю. Индюшка. Ха-ха-ха. Не, это вроде лисица была, только звуки какие-то странные. Надо собрать дичь. А, это енот! Тут следы. Следы и кровь. Сона с отрядом шла к тому хребту. Блин, только посмотрите на это. Какой пейзаж. Немножко как-то на дистанции они уменьшают график. Вот это вот все, туман. Можно было бы и улучшить. Специальные настройки для топовых компьютеров. То получается у меня не самый топовый, но с запасом работает. То есть экстремальные настройки бы сделали. Чтобы дальше видеть. Возможно, модеры сделают. Ну вот этот вот туманчик все портит. Как знаете, в старых ассасинах такое было. А в новых нет. В новых
офигенно просто сделан вид. Хорош. Зараза. Это подкомандные. Кто-то ими управляет. Огненный бурдюк было написано? Зараженная машина. Холера. Так, ловушки можно поставить. Залезть бы, сховаться, пока не заметили. Что такое? Порча? Так, добиваем. Хорош, лишний поставил, перестраховался. Белая как кость. Что за мрачные мысли? Убила, блин, двух роботов только что. Поёмка. Блин, а снять нельзя плохо. Ладно. Что это такое? Это глюки были? Или это какие-то по игре эффекты? Если по игре, то круто. Если глюки, не круто. Блин, возможно, я зря поставил на дополнительную клавишу мышки. Я обычно не оставлю инвентарь. Но нельзя. Еще раз попробую. Вот, инвентарь. Вот видите, нельзя поставить на боковую клавишу. Вот, ну нельзя. Ну почему так? Поэтому я Tab поставил. Потому что на I лезть каждый раз это неудобно. Приходится смену оружия вот использовать на клавиши. Не супер удобно, не супер. Длина шеи. Немножко напрягает, когда мышка прилипает. Не, красивая травка, красивая. Не всегда, но вот при таком освещении очень красиво. Я не туда иду, кстати. Просто очень красиво. Я иду туда, где красиво. Так, а нам дальше. Ух ты. Угу, видим. Мертвый Белозуб. Может, его убили люди Соны? Скорее всего. Раз они тут шли. А где он? Где ты увидела? А Белозуб это который ядреный. Да-да, это здоровый чувак. Ну, мы с ним легко расквитались. С помощью ловушек. Правильно собирает лутец стрелу. Еще один. Это родственники, значит, он будет вдвойне злее сражаться. Холера. Кто-то помог. Это вождиха. Она жива. Повезло тебе сейчас. Еще мгновение, и Белозуб разорвал бы тебя на куски. Полмгновения, и я б сама его убила. Так вы есть вождь Сона? Варл послал меня. Он защитил врата? Да, доблестно. Я видела, как он сразил машину, но он... За вас боится. Нашему племени нужна сила, а не страхи.
Я нашла убийц, напавших на племя. Я жажду мести. А ты? О, да, еще как. Так докажи. Мне нужна твоя сила. Идем. Что-то она мне не кажется какой-то мудрой прямо. Какая безумная. Убийцы вот за этим гребнем роются в проклятой земле. Ты прямо так спешишь. Терпение украшает воина. Моя темнокожая подруга. Там похоронен грех предтеч. Машины демоны. А где напарники ее? Там было два человека еще. Я про них знаю. Убила одну у дозора матери. Смелое заявление. Подкрепишь ли ты его делом? Слышу индейку. Ай, ладно. Это утка, гусь. Хорошо летает. Вообще столько живности вокруг, обалдеть. Людей, потому что меньше стало. А роботы, видимо, их не убивают. И они расплодились. Остальных я отправила прятаться вон в ту рощу. По сигналу они атакуют. Враги и машины превосходят нас числом. Но зато ярость придаст нам сил. Зато дурость погубит. Может быть, по-другому. Объясни. Огнежар. Они применяют его для взрывов. Так и яму эту вырыли. То есть надо его поджечь и... Бум. Так и поступим. Стоп, стоп. Не торопитесь. Давайте я сначала к ним подкрадусь. Если я их спугну, стреляйте. Хорошо. Ну, прояви себя. Какая-то туповатая она. Что-то мне не нравится. Это вождиха? Дочь ее гораздо лучше была. Как жаль, что она погибла. Какую-то блевоту красную оставляет. Рождебный человек, сектант, землекоп. То есть они вместе, получается. Ага, точно, точно. Так, ну что ж, сейчас подойдет туда. Хорош. У него там огнежар вроде на спине. Сейчас рванет. Хренам собачьим. Зараза. Все, берем серьезное оружие. Снайперское. Снайперский лук. Зараза, ну можно в тело. Как же он уворачивается-то? Реально уворачивается просто. Как Нео. Отстрел. Куда вы побежали там? Так, все стрелы потратил. Все, побежали, поехали. Возьмем обычный лук. Кто тут еще остался? Ты наш. Какие же они дерганые, слушайте, это вообще. Анимация, конечно, жесть. Не упади! Ой, а почему я с этим луком был? Ах!
Хорош. Умри уже. Блин, страдает, орёт и все равно отстреливается. Тебе от нас не уйти. Зараза! А как я выжил-то? Повезло. Ух! Агулейтед. Ох, мне повезло. Все, всех убили. Целый лагерь. Нам надо было просто сверху сидеть и отстреливаться, не бежать вниз. Не, ну весело было. Да, боевка очень прикольная. Мне нравится. Ну, может быть, вот это вот с копьем так себе, ничего особенного, но именно с луком работа офигенная. Очень круто. Упреждение делать надо, все дела. Из-за того, что враги так коряво двигаются, анимация очень плохая, даже наоборот прикольная. То есть из-за этого дергания всего сложнее, интереснее. Я сейчас без сарказма говорю, это реально так. Так, ладно. Подсобирал немножко. Это не все убийцы. Точно было больше, я их считала. Ну ничего. Я готова гнаться за ними хоть до предела копья. И дальше. Слушайте, вы ранены. Мои раны не твоя забота. Я понимаю вашу решимость, но вам нужен отдых. Она права, вождь. Дай ранам время зажить. Варл, что ты здесь делаешь? Я приказала тебе остаться и защищать врата. Я и защищал, пока туда не прибыл гонец и не рассказал о встрече с Элой. И о том, где ты. Врата под надежной охраной. Я должен быть здесь. С тобой. Я хочу отомстить. Это мое право. Он кажется гораздо более мудрым. Я пока осмотрюсь здесь. Может, пойму, куда пошли остальные убийцы. Мне все равно. Меня никто не слушает. Мама. Безумная она какая-то, не знаю. Ну, в принципе, новый вождь, который остался сейчас за стеной, он не лучше. А вот этот парень хорош. Мне нравится. Из него вождь топовый получится. Осмотрите место раскопок. Поговорить с ней нельзя? Это все в боевой позе. Так, что это? Командиры, за минувший месяц из-за взрывов огнежара погиб десяток бойцов. Поэтому в Железном кольце я распорядился поместить все запасы огнежара в крытое хранилище, защищенное от искры молний, а также приставил к нему охрану. Или примите аналогичные меры, или ответите за последствия. Начальник снабжения Фиран. Хранилище с огнежаром прямо внутри лагеря. Взорвем, и мы победили. Я, кстати, мышку не перевел в режим 1000 Гц. Она у меня стояла в экономичном 125, из-за этого еще целился хуже. Разница очень большая, кстати, есть. Кое-что узнала. Остальные убийцы разбили лагерь в Железном кольце. Вы знаете, что это? Чтоб их. Железное кольцо в руинах злости беса. Это запретная земля. Я вернусь к матриархам. Попрошу разрешения. На это нет времени. За кровь своих надо пролить кровь врагов. Если земля проклята, наша месть вернет ей святость.
Богохульник. Прошу тебя, нарушь запрет. Злость беса – проклятое место. Но, может, метка искателя нас защитит. Отправлю разведчиков. Мы соберемся возле утеса над Красным Эхом. Оттуда и пойдем в атаку. Хороший план. До встречи. Окей, по следам вождя. Так, посмотрим, что у нас там вообще с заданиями. Так, это лагерь разбойников, наверное. Задание как раз... Жажда беса, лагерь разбойников. Вот, поговорите с Нилом. Пойдем сейчас туда, только надо обойти. Мимо. Так, костерчик надо этот зажечь. Окей. Дела намечены. Блин, из-за того, что она вправо смещается, постоянно ощущение, что я криво сижу как-то. Что же они сделали так? Пока что это самое раздражающее во всей игре. Сейчас бы конь не помешал. Так, а теперь вот так вот обойдем. С этой стороны. Эх, красивый закат. Постоянно трупы всякие нахожу. То есть они умирают сами по себе. Охотники какие-то ходят. Какой же живучий этот кабан. О, что-то голубое. Талисман, хвост животного. Вау. Варл говорил про лагерь бандитов среди руин. Должно быть, он там. Тут нужно быть начеку. Обойдем. Против течения плывет. Прямо как горбуша на нерест. Да, конечно, визор это очень помогает. Но это стандарт. Сейчас почти во всех играх такое есть. Как бы об этом не пожалеете. Посмотрите, красивая река какая. Вода преломляется. Хотя сама вода так себе, в принципе. Не, ну неплохая, нормально. Но физика красивая. Изломление этих всех. Дождь — это неплохо. Уровень всего 7-й, вот интересно, лагерь целый. Оставлю на потом. Так, а где он там? А, все, вижу. Это метка моя тут была, все понятно. Вот он, Нил. Рад, что ты пришла. Надо же. Рад. Скажем, у нас общий интерес. Меня зовут Нил. Видишь вон те старые камни? Под ними засела шайка разбойников. Расшатаешь камни, и тогда эти червяки вылезут наружу. Так-так. Зачем они здесь? Племя Нора ослабело.
Слухи растекаются, как кровь. Граница больше не охраняется, и сюда идут те, кто жаждет убивать. Мы с другом несколько дней выслеживали эту погонь. Он умный, но решил уйти без меня. А ведь мы с ним на эту тему говорили. Но я понимаю. Трудно терпеть, пальцы сами просятся на тетиву. Может, мы с тобой поработаем вдвоем? Перебьем их. А кто ты такой вообще? Я тебя не знаю. И не спешу тебе доверять. Доверие давно уже стало роскошью. Я простой путник, у которого есть лук, который не терпит беззакония и потерял напарника. Да нет в тебе ничего простого. Давай я скажу по-другому. Ты разбойница? Конечно, нет. Тогда тебе нечего бояться. Ну ладно. Кто-то должен остановить злодеев. Спокойно. Ничего они не сделают. Разве что покричат. Давай иди первая. Так хочу посмотреть, на что ты способна. Это, конечно, может быть ловушкой, но маловероятно. В любом случае, уровень-то невысокий, справимся. Видишь устройство? Подадут сигнал, придет подмога. Удобно. А если тебе вдруг захочется совершить подвиг, там у них пленники. Понятно, стандартная ситуация. Как в Ассасине том же лагерь. Ubisoft Style. Что это такое? Фиолетовое? Древние обломки. Древний сосуд. Особый предмет. Так, что за древний сосуд? А, кстати, я понял. Купля-продажа, когда написано предметов, значит, за эти вещи можно покупать какие-то хорошие вещи. Когда просто написано продажа предметов за металлические осколки, значит, можно смело продавать. Вот, я думаю, что так. Древний блестящий браслет. Это же часы. За этот предмет дают цену. Это, то есть, хлам. Древний сосуд Дроунхоуп. Потрескавшийся сосуд из числа тех, что высоко ценились у предтеч. На нем изображена причудливая летучая машина. Наборы древних сосудов можно обменять в Меридиане на ценные награды. Обычная кружка. Так, ресурсы надо изготовить. Вместимость ресурсов. Как раз кости кабанов есть. О, уже третий уровень. Коллекционный предмет. Всего 4 кружки, нифига себе. Ага, записи о длинношеях. Ничего особенного. Каталог машин. Еще много будет всего интересного. Так, теперь можно собрать древнее кольцо. Так, кто это там ходит? Ну, далеко, ладно. Думал починить. Так, сделаем боеприпасы. Так, надо стараться, конечно, тихо работать. Удачно, что сейчас ночь у нас, и дождь идет, приглушает шаги, да и видимость ограничивает. Я обещала Варлу и Соне прийти к Красному Эху. Все, убил? Чётенько. Это сигнальное устройство. Своим шумом оно привлекает других.
Так, надо на вышке парня убрать. Да ладно, а куда я попал? Стенку, видимо, какую-то. Чуть не попали. Какой выстрел плохой. Блин. Зараза. Они все на измене теперь следят. Сигнальное устройство. Ну, пока желтые, видимо, они не будут сигнал подавать. Только когда красные станут. Да, показалось. Сколько их тут? Чей это труп? Иди посмотри. Тихо. Обыщите все. Так, а это что такое? А почему горит синее тут? Я могу это изучить как-то или что? Или это лут просто помечается так? Наверное, лут помечается. Сейчас мы их выпилим. Осторожненько. Что там красное? Костер? Холера. Так, пойдем-ка мы на вышку. Облутаем и осмотримся отсюда. Так, не так уж и много их осталось уже. Оттуда, наверное, лучше всего будет зайти. Где там лестница? Ну и так нормально. Всегда первый раз хочется максимально осторожно пройти. Хочется, еще не знаешь, как действуют они. Поэтому предельно осторожен. Локация такая интересная тоже. Так, а забраться тут нельзя наверх? Так, кто-то там заметил труп, видимо. Хорош. Ах, сколько тут всего вкусного. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.